Если пластиковый рис еще не добрался до нас, то случаи продажи яиц, которые с курицами никак не были связаны, зафиксированы в приграничных районах с Китаем. Вот оно, колдовство изготовления искусственного яйца. Начинают с желтка. Кашицу окрашивают в желтый цвет с помощью пигментов и опускают в форму, чтобы она стала шарообразной. Месиво погружают в углекислый калий. Так формируется защитная пленка, чтобы искусственный желток не растекался. Затем его обволакивают белком. Состав всего полностью химический. Для желтка и белка используется альгинат кальция, желатин, пигменты. Скорлупа состоит из смеси карбоната кальция, парафина и гипса. По внешнему виду определить искусственное яйцо непросто. И разбитый желток неотличим от настоящего. Подделка куриных яиц в Китае давно переросла любительские эксперименты и превратилась в доходный бизнес. Оказывается, себестоимость изготовления фальшивки не превышает 25% от цены на настоящее. И то, что оно из пластика, станет понятно потребителю лишь когда он откусит вареное или жареное яйцо. Но будет уже поздно. Деньги потрачены.